Выпуск по Clash Royale, вышла новая спа, вышла новая карта, думал зайду, буду стримить ее, думал буду проходить испу, но Дима, он сейчас катает мне гранды, сделал 10-0, я захожу, вижу он в бою, пишу в ВК, Дима, нет, плиз, не проходи, я хочу на стриме попытаться это испытание пройти, а после этого перезахожу в игру и вижу, что у меня уже 10-0. Просто фейспалм. Сейчас слить просто три катки, начать по новой. Но это, как-то жалко, не знаю. Дима говорит, что испа изи, что карта говно. Это меня переубедило. И, возможно, значит, не будет стрима по этой испе. Не знаю, я планировал испытание это попроходить. Думал, по приколу, давно не было никаких испытаний. Но 10-0 тоже жалко сливать. Но сразу говорю, да, 10-0 это не я играл, поэтому... сейчас доиграть испытание, это забрать карты, тогда будет стрим по твинку, В принципе, если будут бусты, кстати, мы бустим это испытание, если будет какой-то буст на iOS, либо у кого-то уже есть Supercell ID, я бы с радостью это испытание даже немножко своих бы гемов закинул, поиграл бы чисто для себя по кайфу на стриме в Draft Challenge поиграть. Не знаю, как я это испытание сыграю, надеюсь, я думаю, что я пройду его, но не знаю с какого раза, поэтому заказывайте бусты, ссылка на группу в описании, я, возможно, если кто-то на iOS будет, да, возьму один буст, возможно, на стриме пройду, если никто не закажет буст, тогда буду стримить твинка. Короче, и обидно, и, даже радостно, что это испытание практически у меня пройдено, хотя карта говно, она мне, по сути, не нужна, я думаю, вряд ли с ней буду играть, но давайте по фану доиграем. Я, конечно, в ноль вряд ли сыграю. О, три мушкетера, сразу мне тут на выбор. Как думаете, это будет перебор, если возьму еще одного мушкетера? А что у меня с экраном, лол? Давайте поправим экран немножечко. Вот, а так что-то тоже не то. О, вот так. Так вот нормально. Возьмем принцессу. Так, а что? Ну, вышибалу, да? Я не знаю, что эта карта, она нормальная или нет. Я только вошел в игру, я хз. Я это испытание даже не пытался. И честно вам признаюсь, я не просил его мне проходить его. Просто он не знал, что я хотел его сам попытаться. Но тем не менее, я если говорю, если кто-то закажет буст, я, естественно, это испытание по приколу хочу сам попробовать сыграть. Но это если будет на iOS, потому что я играю на iPad, у меня нету... Не, у меня есть планшет Android, но он лагает пипец. Я не люблю играть на андроидах и не люблю пользоваться эмуляторами. Так, 10-я победа, противники тут нормально играют, поэтому стражи мы не убьем, да? Потому что этот мешает. Ну, давайте дудца. Дудец пошел. Так, что мы знаем? Что у противника есть стрелы. У противника есть кладбище. Хорошо, уничтожаем мушкетерку. Получаем люлей. Жестких причем. Ай-ай-ай, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. 600 хп. Прекрасно, прекрасно. 2 минуты до конца поединка, я играю с Кургигом, прекрасно, 4 мушкетера Кургиг, это прям весело. Ладно, ставим принцессу, не знаю, Кургига, наверное, ставим Кургига, там у него будут стражи, я сразу выброшу копейщиков, сразу выбрасываю копейщиков. А, там еще вот этот есть типуль, я же забыл за него. А его как дефать вообще? Ну, давайте, наверное, вышибалу выброшу. Надеюсь, вот эти лучницы или как они там, разбойницы, сагрятся на вышибалу. Так, здесь дротик с гоблинами. Или наоборот. Кладбище, конечно, мы задефали. А в атаку я не перейду. Чем мне перейти в атаку? Давайте принцессу, конечно, под... Дубина, у него же стрелы есть. Он же сейчас и дудца заберет. Ну ладно. Сделаю такую фору сопернику. На самом деле я просто затупил. Пошел у нас Коргик. У него, по сути, сейчас, не должно быть эликсира на деф, потому что вот эти разбойники, они там под 5 эликсира. Ну, вот сейчас, конечно, уже появились они. Но Коргик нормально так нанес урона. Так, тут мы ставим, короче, вышибалу. Тут у нас будет дудец дудеть, чтобы кладбище дефать, да? Давай, дудец, дуди. Вот у нас, короче, эти стрелы полетели. Но надеюсь, что вышку не заберет он. Отлично, изи, реально изи. Да я думаю, что на изи я пройду это испытание. Но опять, не буду я говорить, пока сам полностью с первого поединка не начну играть. Напоминаю, что если буст закажете кто-то с iOS, я попытаюсь пройти, естественно, на стриме. Так, давайте, короче, так. Нормально, у меня нормальная колода, чтобы дефать кладбище вообще на изи. Конечно, вначале пропустил, но не беда. Так, 10 секунд до конца, ставим, короче, Коргига.
5 секунд, ну все, это победа. 11-0. Ну, блин, 11-0-то не сам я сделал. Но я думаю, что, блин, там, ну, противники слабые, тем более в первый день. Да и карта, вот напишите свое мнение. Мне кажется, карта тоже не очень. Ну, давайте, 200 штук мы получаем, поехали. Блин. Сложный выбор. Не знаю, что у меня там дальше будет. Ладно, возьму принцессу. В зеркало. Ой, клон сп... А нет, это зеркало было. Ах ты ж, коргик. Возьму гиганта, я его больше люблю. Ведьму, ведьму. Или нет, или да, или да, возьму ведьму. Блин, надо было мушкетера брать, наверное. Он больше урона наносит. Ну ладно, под гиганта ведьма хорошо заходит. Но у меня еще лава. О, у меня вот эти разбойники. Я даже не как карта называется, я еще не знаю. Лава. Поехали. С лавой я еще тот профессионал. Так. Мушкетер. Мушкетер. Дальше что? Ну давайте попробуем, что это за карта, как она. Сейчас проверим в деле ее. Так. Вышибала. А вышибала нехерово так контрит, да? Да он вообще изи контрит. Лол. О, у меня две ведьмы, нормально так. Прикольно, у него вышибала, у него колдун. Чем мне делать? Как мне задефать коргига? Давайте попробуем. Смешно, смешно дефать орды мух, когда там и по земле, и по воздуху идет сплэш и коргиг. Жопа, 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 жопа. Так. И чё? И чё делать? Куда? Что выбрасывать? Когда там колдун и вышибало. Ладно, забиваем, короче. Пошёл... Ой, гиганта я выбросил как лаву. Не надо было так делать. Сделаю вот так вот принцессу. Пускай она наносит потихонечку. Блять, у него еще и ледяной колдун. Ну ты чё? Прикалываешься надо мной? Ладно, поехали. Минус башня. Шикарно. Ну чё? Чё делать? Ничего не сделаешь, блин. Вообще, Unreal. У него пипец сплэш юнитов. А у меня пипец как мало карт, которые могут потанчить, кроме как разбойники вот эти. Ну бред, бред. Полный бред. Еще и успел Коргига Агнида выпустить. Спасибо. Пожалуйста. Пожалуйста, пожалуйста. Так, ну ладно, попробуем все-таки еще раз, попытаемся. Ну, у него пипец как... У меня тоже сплэш есть, ну... У него получше. Всегда у соперника колода лучше. Вот такая вот... А, еще и фаер. Ну, понятно. Не получилось 12-0. Не получилось идеально сыграть. Жаль, очень жаль. Ну, мужики, тут трудно было выиграть. Я думаю, что... Ну реально, у него колода лучше. То есть, ну у него реально колдун, вышибала, ледяной колдун. И чё? И чё я сделаю? Ну, блин, его вышибала дефает моего разбойника, а его колдун с ледяным лаву там моего и гиганта. Даже если бы я взял Коргига, ничего бы не изменилось совершенно. Да. Конечно, у него выбор был получше. Ай... 11-2. Ага, понятно, хорошо. Все, вот сейчас колода нормальная. Элитки или варвары? Возьму варвару. Ведьма. Ай, бля, сейчас бы вот это играть с 10-0, 11-2. Фух, ну, ладно, не буду оправдываться. Хрен с ним. Так, поехали. Ну, сейчас реально колода похожа на нормальную. Блять, пик. Ну, ладно. Пошел вышибала. Пошел вышибала. Тут у нас Poison. Я не знаю, Poison же там нормально задефает это все. О, у меня еще и пек. Ой, спарки есть. Так.
Хорошо, что спарки у меня. Если бы у него было спарки с пекой, мне бы реально горело пукло. Но повезло. Повезло очень сильно. Так, но у него еще элитки, не забываем. Не забываем, я ему элиток отдал. Фаербол. Неприкольно, фаербол, конечно, неприкольно. Пеку убить. Убить пеку. И неплохо, смотрите, еще какая-никакая контратака получается. Поехали. Блин, да как я проиграл? Реально бомбит, что я прошлому сопернику слил. Так, ну тут минус пека и, скорее всего, минус башни. А нет, пека, короче, бьет не скелетика, а выше этого гиганта. Но все равно минус башня. Надеюсь, да. Минус башня. Блин, честно, лучше бы я его не проходил. Лучше бы я слил 10-3 и сам бы попытался с нуля. Вот реально, вот меня бесит то, что я начал с 10-0 и, блядь, сейчас 11-2. Реально бесит. Ну, не прикольно. Не прикольно. Немножко позорно. Хотя плевать вообще. Плевать, короче. Так, я даже, ну, не сильно хочу это испытание тратить целый день, целый стрим на это испытание, потому что вкину варвара в качестве танков. Потому что, ну, блин, хочется уже на твинке поиграть. Вот, куча таких событий происходит в игре, что заставляет заходить на основу. Вот, так. Ну, поехали. Ведьма. Ведьма, ведьма. Так. Дракон. Угу. Ну, хорошо. Пека. Минус пека. Poison. Не знаю, зачем Poison. В соло кинул Poison. Ну, все равно это трешка. Короче, как-то так. Лучше бы я его не проходил. Я хоть это и испытание. Лучше бы я слил, честно. Ну, как по мне, карта вот эта. Ну, камонка как камонка. Пускай. 200 карт забираем. Играть я, конечно же, этой картой не буду. Че, Лего будет? Нет, не будет Леги. Ну, в общем, друзья, как-то так. Да, я это испытание не прошел, но если вы хотите, чтобы я сам, вот сам, надо все самому, это же Clash Royale, тут надо себя проявить, что ты вот сам крутой. Я могу, если закажете буст какой-то, ну, сам поиграть чисто для себя, по фану. Но если не хотите это испытание, чтобы я проходил на стриме, тогда буду стримить твинка. В общем, пишите там в комментариях, что вы думаете. Вот. Ну, в целом бы я пофанился. То есть, прикольно. Драфт — это такое разнообразие. Ну, конечно, обидно, что иногда... вот, блин, конечно, вот тут я сам отдал бревно. Если бы бревно взял себе, я бы бочку дефал. То есть, ну, что там, он бы меня никак не снес. У него только атакующая карта бочка, да? Вот. Вот этому сопернику я прям вот на 100% уверен, что я только проиграл из-за того, что ему подобралась такая колода. Вышибала, колдун, а мне дичь какая-то, мне нечем реально было атаковать. Ну, хрен с ним, я не буду, сколько раз уже говорил, после боя кулаками не машет, но все равно ною постоянно. На этом буду выпуск завершать, как-то так. Спасибо за просмотр, удачи и пока.